нам только что подошел, занимайте свободные места. И будем начинать. Меня зовут Мария Головина, я директор этого чудесного музея. Я всех вас сегодня приветствую на акции тотального чтения, которая в нашей области проходит уже второй год. Сегодня, 7 октября, более 1000 площадок по нашей области принимают артистов, деятелей культуры, которые будут так же, как и у нас сегодня, читать какие-то произведения. Эти акции проходят сегодня по всем школам нашей области. Всего, как я уже сказала, более 1000 площадок. Я очень рада, что вы выбрали в качестве посещения именно наш музей. И то, что мы сегодня хотим вам предложить, это прочтение книги «Алисы в стране чудес» Юлии Сакверова, которую исполнит артист театра, кальдотеатра, фронтмен группы «Курара» Олег Яковин. Буквально через минуту я приглашу его на эту сцену. Я прошу наших маленьких зрителей и больших девочек, которые сегодня пришли, соблюдать тишину, по возможности отключите свои мобильные телефоны. У вас на это как раз сейчас есть время. Ну, не отключите, отключите звук. Да? Возможно, отключить средства связи, безусловно, сложно, хотя именно для того, чтобы отвлечь нас всех от телефонов, от компьютеров, от ноутбуков, эта акция и проводится. Я хочу сказать большое спасибо библиотеке, областной библиотеке детского и юношеского творчества, которые являются организаторами этой акции и пригласили нас принять участие. Ну что ж, отключили, все готовы. Я приглашу Олега. Олег, передаю вам микрофон, это вам будет удобно.